Ребята, всем привет! Сегодня у нас очередной выезд на охоту с молодой узловочкой. Погодка прекрасная, прохладно, чуть небольшой ветерочек, прям совсем немножко. Это в помощь собачке тоже будет. Потом как-нибудь расскажу, что да как. Вот, ну сейчас собака в полазе, ушла, не видно, не слышно. Но надеюсь, что будет подъем, будет работа. Постараюсь все снять, показать. Не переключайтесь. Узловочка в полазе, обыскивает край болота, крапиву, кусты, чапылыгу, старается. Ну, в общем, процесс идет. Все хорошо. Само нахождение на природе уже хорошо. А в компании с собакой, да ружье на плече, вообще красота. Подняли своего болотного друга. Сразу со сгорка ушел в болото, в воду. Очень странный заяц. По воде там тяжело ей. Ё-моё. Вышел заяц из болота, ушел в мелкач, молодой. Буду ждать. Буду надеяться, что зайчик вернется по вот этой дороге. А потом, к сожалению, сел телефон и все. Как говорится, кульминацию работы не удалось снять. Но скажу так, что собака отработала отлично, заяц добыт. Кое-кто из охотников, из наших гончатников слышал работу в узловке, слышал итог всего этого действия. Но вот так бывает, к сожалению. Теперь мы уже дома, отдыхаем, но охота получилась хорошей. Приехали с охоты, собака отдыхает. Мася всю ее обнюхивает. Где была, что делала. Интересно, кошки. Трется об нее. Молодец, Лето. Отдыхай. Отдыхай, да. Работяжечка.